Так, и так как у нас многие спрашивают, у нас сейчас идет как бы подготовка с тобой к аэропорту. Ой, не напоминай. Да. Но сейчас ты уже опытная. Ну, надо повторить слова. Только запомнила connection, fly. Угу. И. Так, давай я тебя буду спрашивать, а ты можешь говорить, что ты из этого помнишь. Ой, ну давай, сомневаюсь. Сомневаешься? Ты так хочешь, чтобы я говорила? Ну, давай, проверяй. Что? Да, я хочу тебя спросить. Во-первых, меня спрашивали люди, что если вот я могу предоставить такой список, так вот я говорю, что этот список мы сейчас с мамой немножечко его разберем. Список слов английских, которые вам нужны, в принципе, при перелете. И эти слова, эта таблица этих слов и выражений будет помещена у меня в блоге. В моем письменном блоге. Не в блоге в этом, а в письменном блоге я помещу, и вы сможете распечатать это для себя. Mm-hmm. Это не какой-то там документ, это просто... Ну, не знаю, это очень удобно. Мне это, по крайней мере, как-то мне было спокойно с этим. Я туда не так часто заглядывала, но мне было спокойно, что оно у меня есть. И все. Там только не было слова hello. Инна думала, что я знаю, поэтому мне... Если бы я знала... Hello и goodbye. Thank you, please, ты знала. Please, да. Я знала, но я ничего не сказала, не говорила. Так, значит, сначала мы начнем у меня просто... Давай мы начнем просто с набора слов, а потом пожалуйста. Тот лист, который я сделала первым, он как бы просто с выражениями. Мы уже как в конце пройдем. Как так, скажи мне, самолет как будет? Самолет? Да. Airplane. Airplane. Ну, мне как-то... Ну, сумка. Сумка. Не знаю. Bag. Бэг. Одеяло. Вот одеяло я помню, как скатерть. Как бланкет. Как бланкет, ты говорила. Бланкет. Бланкет. Вот одеяло надо запомнить, потому что надо будет просить, наверное, будет прохладно. Бланкет. Да, и ты должна знать, что, во-первых, ты можешь попросить, в принципе, на... Я начала делать вареники вместо пельменей. В принципе, вот на вот этих вот, которые, я не знаю, как там внутри, как бы Европы, допустим, если летаешь, но когда ты через океан летишь, то одеяло лежат прямо над тобой в этом ящичке сверху. Поэтому ты, если вдруг не дозовешься там этого парашюта, этого, то ты можешь сама. Так, посадочный билет или посадочный талон они называют. Boarding pass. Boarding pass. Pass это как проход, да, как прохождение. Посадочный талон, поэтому boarding это как садиться как бы на самолет, а pass это проходить. То есть проходить на самолет. А чикен это билет? Что это чикен? Чек-ин. Чикен это курица, а чек-ин это проверка входа как бы. Ну да. Например, can I have a blanket? Уже как бы наконец-то, да? Да. Вот, а так, в общем, may I have juice, may I have a blanket, may I have, там, я не знаю, паспорт, may I have, еще там что-то. Значит, надо будет may I have. May I have. Которую я знаю. Connection fly. Мы еще до туда дойдем. Сейчас, когда я тебя спрошу, главное, это не забудь. Так, рейс, fly тоже. Рейс, это fly. Это тоже fly. Угу. Номер рейса. Никто говорит, мисс Партель. Номер рейса. Number. Fly номер рейса. Рейс, ты знаешь, это fly. Номер рейса, fly number. Fly, ой, как много fly, какое важное слово fly. Fly это ключевое слово в принципе в полете. Да, fly. I believe I can fly. Это же песня об этом. Я верю в то, что могу летать. Ручная кладь. Hand. От слова рука. Hand luggage. Luggage это вообще у нас вещи. Нет. Luggage это чемодан. Чемодан. Luggage это чемодан. Hand luggage это ручная кладь. Просто luggage багаж. Вот они говорят, да, багаж. Дальше мы уже знаем, luggage, как будет одеяло. Я... Видишь, я без blank. Бланкет. А подушка? Ну, подушку не надо, не знаю. Ну, допустим. Не пыталась даже. А если она тебе скажет, вам подушку может быть дать? Она скажет, вам одеяло и подушку, а ты скажешь, что? Я скажу... Бланкет, да, а то не надо. Я скажу, what? И она тебе перескажет еще раз, pillow? И ты будешь знать, что это подушка. Pillow. От слова pillow. Пилоу, подушка. Место.
Мое место, на котором ты сидишь. Место. My... Не знаю. Sit. My seat. Это же в мультиках. Сидение. Sit. Sit down, я знаю. Sit down, please. Да, прекрасно. Только ты не можешь применить даже то, что ты знаешь. Sit, sit, это место. Sit. Боже, как много это я могла использовать в Монреале. Номер, почему не... Я не знаю. Номер моего места, номер сидения. Number seat. Seat number. Seat number. Хорошо. Так. Seat number. Ой, теперь, когда будет обращаться, уже буду знать. Билет. Билет? Только что ты мне говорила. Есть песня еще такая на английском. One way. Chicken. Тикет. Тикет. А, вот почему я сказала чик и чек-ин. Чек-ин – это регистрация. Тикет. One way ticket, one way ticket, one way ticket. Поездка, у нас, значит, есть два слова здесь. Путешествие – это travel, а поездка – это trip. Ну, это тоже не надо, дочь. Это тебе не нужно, да. это тоже здесь это слово было лишним. Виза так и будет. Виза, если вдруг это слово тебя спросят, но у тебя оно никак виза, не касается, да, ни на каких этапах. Виза, ну, визит, я уже знаю. Ну, виза и визит немножко разные. Не, я уже просто запоминала, что виза, когда он меня спрашивал, что у вас визит в family. Так что я уже знала, что визит – это посещение семьи. Да. Когда туда летела. Мама заглядывает за камеру, потому что я сижу за камерой, мама за камеру смотрит. Так. Ну. Боже мой, о чем ты будешь еще думалась, моя сладкая? Ты забрала папину эту штуку? Еще думалась так она. Нет, что я тебе сказала про департча? Департча – это имеется в виду садиться. Это имеется в виду взлетать. Вот здрасте, приехали. Это вылет. Департча – это вылет. Вот. Я сейчас вот говорю с тобой, да? Сама думаю, блин, как ты меня умудряешься запутать тем, что ты молчишь, а я путаю. А департча – это как бы вот и потому ты мне посадка. Его, поэтому ты мне его… Да, потом думаю, почему я это использовала слово, почему я говорю, что мы его не используем. Arrival – это пребывание, а департча – это посадка. Департча, надо еще. Да. Это как ты, твоя посадка на то самолет. То есть посадка, да, идет Depart, посадка на рейс, да, да, да. Departure. И у тебя будет описано там в Истанбул, значит, Истанбул будет написано у тебя, Departure, в Канаде здесь. Ты будешь смотреть, там номер рейса у тебя будет в билете, который написан, куда он летит, Departure. Торонто, Истанбул. Торонто, Истанбул, департча. У тебя время и какой рейс и гейт. Гейт. Да, ну ты знаешь, что третий терминал. Так. Ну я жду сразу, я приеду уже в третий терминал. Ты прилетаешь в первый терминал. Нет, я имею в виду здесь сейчас, отсюда. Нет, здесь тебя Костя, да, приведет, да, на посадку. Тебе здесь не надо посадку переживать. Да, тебе, да. Там только лишь там надо я посмотреть, помню, терминал какой терминал тебе пойти надо. Ну, конечно, я помню, как мне снилось сегодня всю ночь, что я искала третий терминал. Так я уже и во сне мне даже я проговариваю третий терминал. Ну, это не надо проговаривать. На первый прибиваю, третий буду искать, шукать. Третий терминал. Да. Terminal 3. Не говори по-русски. Всегда, все, что ты хочешь сказать по-русски, говори все как будто бы наоборот. Декларация мне не нужна же. Декларировать, declare. Ну, мы сейчас просто проговорим. Да, да, да. Что, может быть, люди в разные места. Задержан. Рейс задержан. Ой, delayed. Даже не хочу это знать. Как delay. Мы используем это слово обычно. Delay. Вы это кто? Ну, люди. Обычно. Обычные люди обычно. В Канаде обычно. Я за 15 лет второй раз вылетела. Обычно да. Как ты говоришь? Delayed. 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 Еще раз, как будет так вылет? Departure. Молодец. Пить. Drink. Напиток. Что? Могу я иметь напиток? Получить напиток. May I have
Джус. Или a drink, я говорю напиток, a drink. Drink. Да, drink. Значит, я тебе запомнила слово may I have. May I have a juice, may I have a pillow, may I have a blanket, may I have a water. Please, water, в конце please. Thank you very much. Thank you. Thanks. Последнее предупреждение, последний как бы звонок на самолет. Типа, ну и это нет, зачем мне? Final call. У нас с Костей было. Вам, да. Когда мы летели, мы на унитазах сидели. Вы всегда, я всегда сижу за 2 часа перед гейтом и жду, когда уже будет первый. Проходите к выходу, то есть к воротам, проходите к выходу. Как скажем? Go gate. Go to gate. Go to gate. А то что, иди в ворота. Так. Приятного вам полета. Ой-ой-ой. Это мне тоже не have нравится. Have a nice fly. Nice. Please. Информация. Information. Или info, часть. Info. Садиться. Land. Лендится. Садиться. Sit. Нет. Самолет, который самолет садится. Land от слова. Land, земля, приземление, как бы. Ну, это тоже мне. Совершил посадку. Landed. И еще мобильный телефон, кроме того, что он cell phone, он может еще быть mobile phone. Как на русском мобильный. Mobile. Ну, спросят меня телефон. Я полетел. Следующий. Вы вылетаете на следующий полет. Следующий. Next. Так. Next. Оранжевый сок. Оранж. Orange juice. Понятно, да. Это я уже могла только сказать. Томатный сок. Томаты. Да не томату. Томейто. Томато в Италии остались. Томато итальяно. Томейто. 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 Ну, Беседор, томаты поймет томат. Карман. Карман. Покет. А зачем мне карман? $20 in my pocket. Такая песня есть. Все, это мы прошли слова. А теперь у меня здесь есть лист просто таких маленьких выражений. Можно еще один напиток? May I have a drink? Another drink. Ну, не надо еще один просто drink. Слава богу, что я запомнила may I have. Какова цель вашего приезда? Ой-ой-ой. Это слово, это предложение было актуально, когда ты приезжала сюда. Сейчас тебе нету никаких целей, потому что там у тебя просто connection fly. А там ты же домой прилетаешь, там ты живешь. Но если бы мы ехали, то это спрашивают, what is purpose of your visit? What is purpose of your visit? Пропозиция твоего прилета. Все равно это нужно людям, которые мне надо было куда я лечу. Еще раз повторяю, все эти слова и выражения будут помещены в моем блоге, который написанный. Будет ссылка. Это действительно ты хорошо отобрала, конечно, нету ничего лишнего. Не могли бы вы принести мне одеяло? А, извините, не могли бы. Я просто могу то же самое сказать. May I have. Ты можешь may I have a blanket или could I have. Еще could. Не надо, вот это забивать не надо. Хорошо. Вот это лишнее. May I have. Прекрасно. Кто-нибудь взял, когда мы с Костей подбирали слова, то мы так смеялись над этим. Кто-нибудь говорит по-русски. Кто-нибудь говорит по-русски в самолете. Кто-нибудь в самолете. Или на воздушном пространстве говорит по-русски. Это вы уже по приколу себе. Нет, вот это есть такое слово. Ну, если тебе какая-то такая ситуация... Speak Russian. Does anybody on the board speak Russian? Anybody. Anybody это кто-нибудь? Да, кто-нибудь. Does anybody... Anybody speak Russian? On the board speak Russian? Никого. Afrikad. Afrikad. Вы хотите место у окна или в проходе? О, вот это! Вот с этим-то я не учла, когда она меня спрашивала. Вы хотите... Место у окна или в проходе? Лечь. Лечь в проходе. Прилечь. Или присесть. Прилечь. Ну, если вы... Окна. В бизнес-классе. Если я там прилягу возле кого-нибудь. Как ты там сказала? Могу ли я? Как? Что? Какое вам место? Хотите место у окна или в проходе? You have... Would you like a window or an aisle seat? Ну да, уже когда скажут window, а я что должна сказать? Я скажу no. Ты хочешь aisle seat. А я хочу aisle seat. Да.
Элсид, Элсид. А не Big Woman. Да не надо объяснять, почему. Они Big Woman. Почему? Ты сейчас скажи, я принимаю таблетки мочегонные, поэтому мне надо часто ходить в туалет. А что, пускается туда? Мама, ты просто говоришь, мне нужно крайне. Им какая разница, если место есть, они тебе дадут. Их не интересует причина, по которой тебе надо. Как место? Элсид. Ты пересаживаешься. Как это называется? Пересадочный рейс с пересадкой. Connection flight. Connection flight. Это самое главное для меня слово. Connection flight. Чтобы я видела. Отмена рейса. Cancel flight. Fly cancellation. Cancellation. Ой, легкая закуска или напитки. Всегда я ей дочке говорю, в школу у тебя есть ланч и снак. Снак это легкая закуска. Снак. Да, снак, снэк они говорят. Снэк. Только ну, не снэк. Что дадут? Потому что. Что дадут? У вас будет снак или ланч? Да. Спасибо. За 10, что дадут? За 10 часов полета. За 10 часов полета. Да. Ты говорила, легкий брекфаст будет. Ну, я не знаю, там... Нет, коннекшн, как это континентальный завтрак. Континентальный завтрак, только я не знаю, почему, что это имеется в виду, ну, потому что люди, которые летят 10 часов, я не думаю, что они на завтраке континентальном 10 часов продержатся. Не, ну они что, дают там, как я к вам летела, потому что это читала? Потому что был мил написано. Что написано? Мил, полная еда, уха. А здесь только брекфаст. Ой-ой-ой. Я не знаю, мама, я что, голодная, прилетишь? Я не знаю, короче. Умрешь в аэропорту, там где-то упадешь от голода. Так, запасной. Не знаю. Emergency. Emergency. Выдача багажа. Ну, тебе не надо. Baggage claim это на самом деле. Baggage. Конвейер для выдачи багажа. Это baggage carousel. Карусель. Карда, да. Иностранная валюта. Foreign currency. Foreign – это заграничный, foreign. Foreign currency – это валюта. Foreign. Где у вас тут валюту можно получить вообще? Получить, поменять? Выдают вообще тут валюту в конце концов? Дайте немножко валюты пенсионеру. Чтобы сходить в duty free. Так, обмен валюты, currency exchange. Ну да, currency exchange. А currency, а просто change. Обмен. Change – это менять. Да. А exchange – это обменять. Обменять. Место назначения – destination. Destination. Это место назначения. Ну, это так, общее тебе не надо. Ты знаешь, я тут даже многое тебе повырезаю, оставлю то, что тебе надо. Нет, я считаю, что... Чтобы ты с четырьмя листами да, не ходила, да, тебе да. Уже половина из этого не нужна. Нет, то, что мне действительно самое главное, еще раз повторяю. Поставлю, еще раз повторяю для мамусек, которые будут лететь своим деточкам дорогим. Да. И кто так, как я, не знаю, может быть, я одна такая, которая такая неуверенная. Это так, конечно, обидно. То вроде как считаешь, что ты со школы знаешь английский язык, какие-то у тебя оно на уме. А оказывается, все это не так, все куда-то запирается. У меня просто прет иврит, когда в Израиле он у меня совсем не прет. Он у меня есть, ну. А когда здесь иностранный, значит иврит. Только не английский. Поэтому самое главное слова, для меня это было, да, connection fly. Это очень важно, действительно. Это так успокаивает и гей. Когда ты это читаешь, когда ты это знаешь, и когда это в этом ты уверен. И теперь еще последнее я запомнила, мне нравится. May I have? Могу ли я иметь may I have хотя бы water, хотя бы пить напиться? Хотя бы water дайте. Хотя бы напиться попросить. Это я уже могу сказать. Или джус. Tomato. Tomato, потому что томату остались в Италии. Tomato, джус, tomato, оранж. Так, а сейчас я тебе последний пробег по листам. Я тебе скажу только основные слова. Да. Спрошу тебя. Ну, я как тебя, для меня я вот тебя спрошу на английском, а ты мне будешь перевод на русском. И все, в общем-то. Сука. Еще раз, доченька, еще так. Раз. Еще раз. Еще раз, дорогие мои, вот как вот я, да, я вот не воспринимаю, серьезно. Не воспринимают, у меня тут пельмени делают, тут внучка ходит. И не запоминаю ничего, но... То, что нет, я, оно откладывается. Я вывела, пока то, мы я поем песни для... с тобой, это все откладывается. То, что я вывела для себя, еще раз повторяю, connection fly, в первую очередь.
Connection Flight и Gate. Все. И терминал, ворота. Кстати, слово тоже но терминал. Но он терминал, он и есть терминал. Да, терминал. Вот. А то, что уже в самолете, могу ли я? Слово выучила. Make it. Давай, drink, пиво. Make it water. Бланки. Пиво, да. И все. Ну, и пиво. И водка. Все. Коньяк. А как будет коньяк? Ты скажи коньяк, они тебя поймут. Да, скажу коньяк. Главное, water, кафе, кофе. 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 Кафе это на иврите, а да. Кофе это на английском. Кофе со сливками как? Ну, они как бы тут по-разному говорят, но они тебе всегда приносят, они, ты можешь сливочки, сказать да. Там вы с кремом, если жут, ты хочешь с молоком, или ты хочешь со сливками. Сливки это крем. Вот это ты важно мне, с молоком, со сливками. А потом они скажут, а вам сколько процентов крема? Вот это тоже надо. Подготовить. Это как-то мы не учились с тобой. Так. Ну, ты знаешь уже сок. Ты знаешь. Сок знаю, water знаю. Seat место знаю. Number, seat number. Number seat. Seat number? Да, знаю. Это какой номер места. С краю еще. Aisle seat. О, точно, aisle seat, это же seat, это же тоже же aisle, только aisle запомнить. Так же, как мы запомнили, aisle. Кипит, мама, вода, я закину. Вот, ну, так же. Ну, очень хорошо посоли, очень хорошо посоли. Я посолила уже. Еще посоли, дочь, пересоли. Чтобы мы, я хочу попробовать, что с этого получится. А сейчас хочу, чтобы ты рассказала еще. Что еще? Я хочу, чтобы ты рассказала, какой ты видела сон, когда ты летела сюда про полет, и как это будет. Ай, доченька, я разве мне что-то снилось? Нет, в том-то вся и суть. В том-то вся и суть, что мне ничего не снилось. Я пила таблетки. Я пила таблетки, наверное, полмесяца, две недели. Ну, такие таблетки. Ну, такие успокаивающие. Валерьянка, там израильский наш там. Релакс там всякие, не знаю, как они там называются, расслабляющие. Поэтому я ложилась, спала, чтобы мне ничего мозги не... Нет, мозги, чтобы отключать. А сейчас мы вчера поговорили, сынка показала мне аэропорт, она мне показала, что там какие-то магазины, какой там заход, какие там самолеты. Мы с ней договорили, все это мы переговорили. По билету прошлись, посмотрели, естественно, у меня это... Я ж тут... И не говорю, что я тут... Что-то занята. Ну, все, кто с ребенком возьмешь, что с ним... Путичные сладкие. Что ты с ним делаешь? Что-то с ним. И я потом вообще в 9:30 я готова уже спать с удовольствием. Вот. Ну и поэтому я успокоительное, к чему я веду, что я успокоительное здесь не пью. Мне не нужны. Я пришла и уже спать хочу. Сразу в свою комнату. Поэтому сегодня и пришла, я и так уже мне что-то снилось всю ночь. И снилось, что я их самое главное, снилось, как вот эта дорожка асфальтированная, как в школу. Все смешалось вместе. И третий, и все, я помню, что я ищу третий терминал. И говорю, Инке, ну вот, видите, вот так, я дальше не знаю. И стало какие-то там морды иностранные, мужики. В общем, понаснилось. Главное, мужики. Главное, мужики, главное, что да. Все равно, конечно, будет очень хорошо, что мы так проходим. Хорошо, что я действительно немножко успокаиваюсь, какую-то уверенность приобретаю. Так, потому что, ну, все равно переживаю. Ну, все понятно. Переживаю. И переживаю еще и потому, что... А мы проговариваем, и какие-то вдруг всплывают ситуации. Вдруг чего-то еще, да, не хватает. Это что-то, что мы, есть что-то, что мы можем предвидеть. Есть что-то, что мы не можем предвидеть. Не знаю, но вот с тобой, потому что мы с тобой 2 или 3 дня тоже перед поездкой, ты мне так уже вкладывала. Я тебе говорила, так благодарна, что я настолько, что мы уже, все, я уже лечу, я уже прилетела. Настолько мне было все это, да, как-то действительно... Что я не пришла. Живенько. Мы поговорили, да. Живенько. Мы поговорили, и вроде и тут я пришла. Мы прямо симуляцию. Вроде ожидаемое. Провели симуляцию, потому что с тобой полностью. Да. Как сейчас ты заходишь, как сейчас, ты проходишь. Да. Как что? Сейчас. А сейчас тем более ты уже, в принципе, свежий полет в голове. У тебя еще все это свежий свежо. Полет, еще я Монреаль. Плюс Монреаль ты полетела. То есть с этого же аэропорта. Я уже знаю, как там где-то проверяют. Да, но здесь тебя Костя отведет и посадит. Ты только лишь гейт, дойдешь до гейта, тебе ножками дойти, и ты сядешь и полетишь, и 10 часов у тебя отдыха в полете, смотри фильмы себе, повторяй слова и все. А там что? Ну, прилетела ты, мама. Сейчас уже не летают так, как что ты прилетела, как в России, я не знаю, может, что летают, что ты прилетела. Надя, ты рассказывала? Ты слышала, что вчера Надя рассказывала? Что? Как они не могли приземлиться несколько, было подлетов к аэропорту. Потому что не было места? Самолеты не освобождали полосу? Не знаю, самолет кружил. Потому что... Мы сидели, молчали. Она говорит, мы сидели все тихо, молчали. Может быть, прощались уже
совсем ушло. Он не мог, он несколько раз заходил на посадку. Но он несколько раз заходил, по разные же причины. Может быть, ветер не тот, может быть, не была свободная полоса. Она, как-то все, короче, все это, нет, вот пример я говорю. Мам, ну страшных историй есть очень много, ты же знаешь. Они были во Вьетнам летели. Они летели во Вьетнам. Я вообще бы туда не полетела никогда, ни за какие деньги. Ну, доченька, там море, россияне ищут тепло. Тепло и где дешево. Все, 7 часов полета. Вот, поэтому я тебе же хочу сказать, ты прилетаешь туда, ты прилетаешь уже внутрь аэропорта. Тебе не нужно садиться на автобусы, на какие-то поезда, переезжать в какие-то другие... Ну, потому что ты меня своим лондонским напугала. Ну, посмотри, но таких аэропортов, как в Лондоне, в мире может быть несколько всего лишь. И Стамбул к ним не относится. Окей? Ты прилетаешь... Нет, он может быть просто большой, может, там большой дьюти-фри, может, там много магазинов, поэтому он больше, чем другие. Но это не значит о том, что он запутаннее, чем другие. Он может просто большой физически, что идешь, и пока ты доходишь, ты там уже весь выдыхаешься. Ты прилетаешь уже прямо в сам аэропорт. Ну да, уже выхожу. Тебе выходить не надо из аэропорта. Я поняла, тебе нужно только направиться на, опять-таки, connection fly, и наверняка это будет вместе идти с третьим терминалом, потому что, видимо, третий терминал у них для международных полетов. Так, видно, поэтому да. У тебя идет connection fly, вместе будет с терминалом 3 всегда. И ты поэтому не смотри на людей, потому что, как всегда, люди помчатся, каждый по своим делам. Кто вообще на выход, кто куда, на людей не смотри. Иди по своим указателям. Уже если что, спросить ты можешь, where connection fly, where terminal 3. Это просто. Доченька, я должна спросить, where connection fly, еще раз, это что означает? Connection fly, в принципе, это значит, что ты не должна выходить из аэропорта для того, чтобы пройти в третий терминал. Да, то есть, если я не буду спрашивать третий терминал, я просто лучше, where connection fly, это что означает? Где мне... Это когда, потому что... Где пересадка? Пересадка, это пересадка. То есть так это... я могу спросить, да, красиво. Да, where connection flies. Но ты можешь так сказать, терминал 3, это в принципе идентично, потому что когда ты попадаешь в терминал 3, то люди летят, неважно, они пересаживаются или они летят с этой точки. Да, да. Вот, поэтому как бы, ты должна смотреть, хорошо. Потому что так как ты не выходишь из аэропорта, они знают, что есть люди, которые прилетели, и они пересаживаются, поэтому должны быть обязательно указатели на connection flight, чтобы ты свернула, а не вышла. Так как было в Дании. Так в любой стране. Это в любой стране. Я шла четко по connection flight. Все, connection flight. Только когда ты придешь убедиться, что это терминал 3, ну, для себя так, потому что другого терминала быть не может, да? Чисто логически будем думать, что если ты летишь на международном этом, то значит все туда летят. Ну, значит, всегда, значит да, это третий. И все, и там найти близлежащее табло, чтобы ты себе посмотрела где, и в принципе на него тебе смотреть нечего, потому что еще рано будет смотреть на него за 8 часов до вылета. Ты себе походи по магазинам, по кафешку, там где-то сесть кофе выпить, посидеть. Водичку хоть бы купить. Я еще думаю тебе включить телефон на всякий случай, может мы попробуем с Костей тебе позвонить. Я, правда, не знаю, сколько ты за это заплатишь. Вот, но ты когда прилетишь, вот первым делом что ты сделаешь, потому что я буду следить уже, отслеживать твой полет по... Я буду видеть, если ты задерживаешься, я буду знать даже больше, чем ты. Потому что ты даже не будешь знать еще в воздухе, что ты задерживаешься. Я буду... Ты только на земле узнаешь, что ты задерживаешься. А я буду знать все в онлайн. Буду же по этому же сайту прослеживать твой полет. Поэтому, когда я увижу, что ты прилетела, я тебя как бы наберу. Я вообще не знаю, сколько время будет. То есть ты 10 часов летишь, то у меня ночь будет. Да, у тебя будет красный. У меня будет 4 утра. Ты будешь отслеживать, да. Ты будешь спать. Ну, громко говоря, спать. Будешь Габи кормить. Вот, и все это, поэтому, и все, короче, и ты на всякий случай включи, чтобы мы могли с тобой связаться. И все, и ты, смотри, все просто, все. А если я тебе, доченька, если я тебе что-то позвонить, мне надо для этого открыть была связь. Смотри, ну надо мне вот на будущее как-то отменять, правда, надо мне как-то страшно так лететь без связи. Сколько-то мне эта программа будет стоить, седа. Ну, в общем, кстати, вот, короче, с этой поездки я много для себя открыла. Я могу сделать это, я могу сделать то, я могу этого там не делать. Самое главное, что я себе сделала страховку. Если бы я страховку сделала, мне 62 года было, я себе сделала страховку на 2 месяца, на 60, там по дням даже вычислили, так, перечислила все свои болезни. Ну, хорошо заплатила, конечно, за нее. 1000 плюс шекелей по-израильски, но в долларах это... Не знаю, может быть, 300, да, 350.
причем там вот так вот было. Ну, я не жалею, я расписала на несколько, зато я спокойна, что я, не дай Господи, что случалось бы, я не упала бы своим детям на руки, и там неизвестно, что и как делать. Поэтому парковку, это я правильно сделала. Вот очень жалею, что не сделала вот с мобильным ничего. Да, ну связь как бы желательно. Но и очень жалею, что не сделала себе какую-нибудь карточку типа визы. Что-то кредитная, в этом духе кредитную, которую, чтобы я вот это вот не считала, копеечки, конечно, чтобы там уже все как-то к концу, пребывания уже ж там, уже они кончаются, уже, черт, вы уж детей, дайте мне там 10 долларов, к чему мне ничего не надо. Ну, хотелось бы так, чтобы пошли куда-то, я раз, своей карточкой, потому что там у меня пенсия же идет. Ну, можно было бы это, и мобильно обязательно надо открывать, мобильную какую-то программу. Потому что действительно страшно, что никакой связи вообще никому. Вот хочется мне там же сказать: Дотя, я все, я приехала, все хорошо, все нормально. Вот это хоть два слова. Вот ты должна знать, что я в принципе вижу. Я знаю, что если самолет долетел, я все вижу. Онлайн ты видела сама по видео, что я все отследила, там все написано, с какой высоты. Очень на какой удобно, высоте ты летишь. Да. Опаздываешь ты как или выехал. Движется. Да, раньше ты выехала или позже задержался, если я все это буду знать. Все, пожелаем хорошего полета. Ребятки, ставь, поддерживаем маму, ставим лайк. Это я говорила, когда мама летела сюда. И я говорю, что поддерживаем маму, ставим лайк. Спасибо. Я думаю, что это поможет, конечно, хорошие позитивные мысли. Конечно. Позитивные мысли, все, поддержим маму. Если кто-то из моих, кто меня смотрит, живет в Стамбуле, приходите на встречу. Приходите на встречу с этими, с плакатами. Поддержим маму. Поддержим маму, мама, мы тут, мне бутерброд принесли. Мама Валя, в этом духе, я не люблю, мама Валя, мама Валя, я ассоциируюсь. Все, не, мамуля. Валюшенька, бутербродик не желаешь с колбасочкой? Мы принесли. Так что все, мамуля, все, давай, удачи тебе, и уже спасибо, спасибо. Мы будем делать трансляцию через скайп, ты расскажешь, да. Ну, как ты долетела. Так, может быть, что-то мы не так, у нас так получилось все, но тут, и мы всегда как-то за пельменями делаем, как-то хочется поговорить. Сессия, у нас пельменная сессия, да. Пельменно-варениковая сессия. Я думаю, что это не может быть, может, вам это не пригодится, но я думаю, что вот я как бы проговорила, и вместе с вами, и на камеру, и мне уже стыдно, я уже... Запомнила все. Все, так что ты должна уже готовить отчет, да, во время полета о прилете. Потому что мы будем с тобой делать скайп-трансляпцию. Да, будем делать скайп-трансляцию, мы все запишем и выложим тоже. Ты расскажешь, что тебе вот снился, мы сейчас скажем, что тебе снилось, что ты идешь и не можешь прийти, что ты идешь, и какие-то мужики. Да, я главное вижу дорогу туда далеко, и думаю, это третий, тут рядом. Думаю, куда же идти? Неужели вот это нам, да, и ты нам все расскажешь, сон сбылся или не сбылся, был далеко все-таки находился этот терминал или близко и находился? Были ли мужчины там? И были ли бы вообще мужики? Потому что мужики были иностранные все такие, черные, смуглые. В Израиле таких хватает, но не важно. Там они все равно с каким-то турецким уклоном. Вот, так что все, будем с тобой делать трансляцию. Так что все, мамуся, удачного полета. Спасибо, все. Спасибо всем. Спасибо всем, кому интересно это было. Может быть, какие-то еще вопросы. Что я могу ответить? Мама, еще глядишь, откроешь свой канал. Кстати, ребята, если у вас есть предложение, какой канал можно открыть маме, можете писать внизу, какой канал, если она может открыть в YouTube, если что. Канал по приготовлению пельменей. Вареников, как быстро, как катать. С каталкой всегда, с ножиком. Ладно, все, ребятки, все, мамуля, удачного полета, все, спасибо. Всем пока, бай-бай. Спасибо, бай.